Яровая пшеница 3 за различные нормы высева. Кстати, здесь можно обратить внимание на то, что здесь у нас получается, что 2,5 миллиона и 5 миллионов. И, кстати, визуально даже цвет отличается. То есть у нас, можно сказать, дожди только сейчас пошли, и растения расслабились именно в данный момент. А до этого они были напряжены и даже меняли цвет. То есть здесь вот есть некая такая желтизна. Здесь видно, что листовая пластинка у растения, она уже, я имею в виду на 5 миллионах, уже, чем в редке. Уже, чем, к примеру, на 2,5 миллиона. То есть здесь растение чувствует себя достаточно свободно. Это все видно и по цвету, и по развитию. Так, это 5 миллионов. 4. Три, два, один с междурядием 25. До этого было там 12 делянки, 12,5. Один, 1,5 миллиона, 2 миллиона, ну и, конечно же, 2,5 миллиона. То есть вот так пассивы пока на данный момент выглядят. Развиваются. Буду через какое-то время отслеживать, снимать, ну и показывать. Это у нас яровая пшеница триза.